Привет, нижнеамурцы! Николаевск на Амуре день за днем. Николаевск на Амуре день за днем. 2018 год. Июнь. С вами Роман Зайцев. Живу на ДВ. Мой именной канал. Сразу приглашаю подписываться. И тема сегодняшнего блога — вот это вот здание. И не только. Это здание знают многие старожилы. Это культовое место. Это заводская баня заводского района. Баня была замечательная. Баня была вообще респектовая. И давайте посмотрим, что они... Кто они? Спросите вы меня, я скажу. Они — это управленческая гопота. Слово это мне подсказал один из ихней банды. Он сказал, кто мы такие? Мы, говорит, управленческая гопота. Фамилии называть не буду, но я думаю, что он себя узнает. Я же обещал тебя не выдавать. Итак, заводская баня. И что с ней сделали гопники управления? За мной! Прошу обратить внимание на стены. Оператор, вот стены покажи. Вот здесь тоже. Смотрите, это капитальные стены. Раз, два, три. 3,5 кирпича. Плюс штукатурка. Это обалдеть. Это просто... Это баня, не просто баня, а береговое укрепление. В случае военных действий оно вполне может стать мощным фортом. Они уничтожили не просто баню. Они уничтожили береговой форт, береговое укрепление. И продолжают уничтожать крепость на реке. Принимайте работу административной гопоты. Сейчас мы детально покажем, что происходит. Не переключайтесь! Вот что сделала управленческая гопота. Было святое место для очищения духовного и очищения телесного славян. А стало вот это вот говно, которое течет прямо из-под бани. Которое не просто вот так вот она потекла, чтобы снести. Конкретно прокопали ливневку. И ливневка идет до самого Амура. Вдумайтесь, еще раз, была баня, а теперь из бани течет говнотечка и течет в Амур. Вопрос актуальнее некуда. И в городе не один такой выпуск. И опять-таки без всяких очистных сооружений. Но то, что происходит здесь, это заслуживает особого внимания. Что происходит? Как все так обычно? Происходит обычная экологическая диверсия. С северной стороны города свалка, а с южной стороны города говнотечка. Слив фекалиев проходит под баней и по прокопанной ливневке уходит прямо в Амур. Разрушена сама идея, разрушен сам символ чистоты, символ очищения. Людям, нижнеамурцам, просто плюнули в лицо. Высказывайте свое мнение, требуйте ответа от головнюков. Николаевск на Амуре день за днем. Канал Роман Зайцев. Живу на ДВ. Подписывайтесь.